Сегодня у нас 8 октября 2024 года. Сорт яблоня Малахит. Это селекция Института рожаемого садоводства Мелитополь. Сорт очень скороплодный. На второй год давал нам уже урожай в прошлом году. Это трехлетние деревья. Плоды очень красивые этого сорта. Такой удлиненно-конической формы, почти цилиндрические. С таким желто-оранжевым легким загаром на солнечной стороне. Это одно дерево. Это другое дерево. Вот так они расположены. Перемотру кроны. Третье дерево. Плоды очень крупные. Сейчас мы взвесим контрольный. Любит их плодожерка. Болезнями так они не поражаются особо. Пока мы не наблюдали таких особых поражений. Вот такой красивый плод. Блестящий, серым подкожными точками. Сейчас мы взвесим этот плод. Грамм. Вот такой калибр почти все плоды. Я продегустировал этот плод. Мякоть такая светлая, хрустящая, плотная, сочная, с сильным карамельным ароматом и привкусом. Душистая. Чрезвычайно сладкие в этом году плоды. Такая зеленовато-желтая кожица у него. Прекрасный вкус плоды. На наш взгляд, это один из лучших сортов на данный момент. В прошлом году плоды в хранении находились у нас в обычном подвале до апреля месяца. И отдельные плоды, несколько плодов, до мая месяца хранились. Поэтому куда не знаем, посмотрим. Осыпаем из плодов средние, так как плодожарка проредила немного. Ну, нагрузка большая была. Тут маленькие деревья. Прироста такого нет. Или средний прирост. Нагрузка была большая. И влаги не было. И, по-видимому, приросты слабы в этом году. По данным оригинаторов, зимостойкость сорта высокая. Мы наблюдаем за этим сортом. Продолжаем ее изучение. Потенциальные возможности этого сорта чрезвычайно высокие. Очень красивое и вкусное яблоко. Такой оригинальной окраски и специфическим сильным привкусом карамельного тона и цветочным ароматом. Пряные, вкусные очень яблоки. Сорт яблони Малахит. На 8 октября 2024 года, Черкасская область. Снимаем урожай.